Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту 9 платформ. Проект набирает обороты, друзья. Здесь вот маркетинг, можно ознакомиться. Вход всего лишь от 9 рублей. И автоматические реинвесты многократно. И уже... Здесь вот вопросы-ответы, почитаете, если надо будет. И смотрите, проект работает всего лишь один день. И партнеров более 2000 человек уже. 2156 участников. И выплачено 121 233 рубля. Я же зайду в кабинет, у меня там есть немножко денег, и хочу я поставить денежку на вывод. Значит, у меня всего лишь 3 платформы. Общий мой доход 162 рубля. И на балансе у меня 153 рубля. Я их хочу поставить на вывод. Так, я вроде как прописывала. Так. Ага, Pair у меня прописан. Проверить. И нажимаю вывести. Успех. Так. Далее что? Мои операции. Значит, вывод средств. Я сегодня, вот сейчас я в режиме онлайн заказала. А теперь смотрите. Я пополнялась на 117 рублей. Активация. Первая платформа. Вторая платформа. Третья платформа. Далее у меня идет, смотрите, автоматический реинвест в платформу номер 1. Без автоперехода. Далее площадка номер 1. Пассивный доход 9 рублей. Это я партнеру перевела. И... Далее площадка номер 2. Пассивный доход за 27 рублей мне начислено. Площадка номер 3. Пассивный доход. И вот мой вывод. Сейчас я вот сделала вывод. Далее давайте перейдем на почту и посмотрим вывод. Платит инстантом. Значит, с учетом комиссии плюс 137 рублей 22.03. И что здесь у нас в комментарии? Молниеносная выплата Елена Смирнова от платформ, от 9 платформ .клуб. Спасибо за работу и доверие. Все супер. Платит. Как я уже сказала, проект набирает обороты. И платит инстантом. Вход всего лишь 9 рублей. И реинвест многократно. Умеете приглашать. Берете реферальную ссылочку и приглашаете партнеров. Не умеете приглашать, ждите перелива. Ну вот как-то так, друзья. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!